Уборка винограда 2013 года завершилась 1 ноября. Плановая уборочная площадь 2359 гектаров. Валовой сбор винограда составил почти 17 тысяч тонн, из них 15 900 тонн с плодоносящих площадей. На винзаводах Анапы переработали 20 600 тонн винограда, выработали около 14 литров виноматериалов. Более точная цифра объема выработанного вина определится по результатам инвентаризации в конце текущего года. Лучший урожай винограда выращен на предприятии «Возрождение», хороший урожай в «Азос-Виф» и на винограде виноградника Гекадзора. Ниже среднерайонного показателя урожайность на предприятиях «Россия», «Юровская» в агрофирме «Кавказ». Главная причина – недостаточное финансирование, нарушение агротехники и срока выполнения работ, и как следствие – ослабление виноградных кустов, изреженность насаждений, потеря урожая. В целом, 2013 год для виноградарства в Анапе можно назвать благоприятным. Если рассмотреть динамику производства винограда за последние 5 лет, можно сделать вывод, что в текущем году получен наивысший результат, как по валовому, так и в настоящее время на виноградниках приступили к новому сезону. Произведена пахота междурядий на площади 900 гектаров. Ведется установка шпалера, предприятия приступили к обрезке виноградной лозы. В 2014 году виноградарство и виноделие в Анапе будут развивать за счет посадок новых виноградников, увеличение производства вина на 100 тысяч дал в год, а также за счет реализации инвестиционных проектов. Для реализации этих проектов привлекут более 100 миллионов рублей инвестиций. Мэр Анапы Сергей Сергеев поставил задачу активнее работать с землевладельцами, не использующими по назначению виноградно-пригодные земли. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа, регион.